На сегодняшний день наиболее распространенными являются сердечно-сосудистые заболевания. Они помолодели настолько, что инсульт уже встречается у школьников. Начало кампании по профилактике инсульта было положено в 2004 году. Всемирная организация здравоохранения приравняла это заболевание к масштабной эпидемии со всеми вытекающими последствиями. А уже в 2006 году была образована Всемирная организация по борьбе с инсультом и учрежден День борьбы с этим недугом. В Анапе Центр медицинской профилактики в рамках этой даты проводит бесплатное обследование. Такие дни профилактики очень важны. Почему? Потому что выявляется не просто вот именно предрасположенность к инсульту, выявляются такие состояния, как сахарный диабет, как гипертония, которые уже затем способствуют развитию, в будущем могут развиться инсульт на этом фоне. На этом фоне в дальнейшем может развиться инсульт. Вот. Поэтому, конечно, такие дни открытых дверей очень важны и для категории молодых людей, особенно для категории молодых людей. Процедура несложная. Сначала пациент проходит комплексную проверку организма. Измеряется давление, рост и вес. Затем обследование сердца на кардиовизоре, измерение холестерина и глюкозы в крови и анализ окиси углерода в выдыхаемом воздухе. С полученными результатами пациент идет к неврологу, который по результатам анализов делает заключение. Все процедуры занимают не более 10 минут. Примечательно, что проверить состояние здоровья могут не только жители Анапы, но и гости. При себе достаточно иметь медицинский полис и паспорт. Конечно, это очень важно, следить за своим здоровьем. Тем более, я работала в такой большой организации, где ежегодно был медосмотр. И когда не наблюдаясь, а с тобой что-то происходит, и нужно, это обязательно нужно, чтобы где-то что-то, какой-то профосмотр был. Привыкла я к этому, следить за своим здоровьем. Статистика сообщает, каждые 1,5 минуты у жителей России случается инсульт. Каждый 4-й случай смерти фиксируется также от этой болезни. И даже если медики приходят на помощь вовремя, реабилитационный период может занять очень много времени. Поэтому болезнь лучше предупредить. Пройти обследование можно по адресу Анапа, микрорайон Алексеевский, улица Родниковая, 4Б. Справки по телефонам 8-861-33-544-87. Руслан Душевский, Анапа, регион.